В Молдавии новая волна массовых протестов. В Кишиневе на улице вышли десятки тысяч человек, представители разных политических сил. Главное требование – роспуск парламента и проведение досрочных выборов. Часть манифестантов настаивают на отставке президента. Молдавия вступила в Новый год без правительства на фоне глубокого кризиса. Предыдущий кабинет был отправлен в отставку 29 октября. С тех пор президент и парламент не могут найти компромисс. Накануне глава государства выдвинул на пост премьера очередного кандидата, члена Демпартии Павла Филиппа. Руководитель партии социалистов Игорь Дадон назвал это решение незаконным, подчеркнув, что оппозиция будет добиваться выполнения своих требований мирным путем. Мы хотим добиться и будем добиваться результатов мирным протестом. Нам не нужны кровопролития, нам не нужен Майдан, нам все это не нужно. Если кому-то из кукловодов западных есть такие сценарии, чтобы здесь устроить кровопролитие, мы этого не позволим, потому что, не дай бог, первый шаг, потом это не остановишь. К этому часу митинги и демонстрации в центре Кишинева завершились. Их участники решили вновь собраться в день, когда парламент начнет рассматривать вопрос о правительстве.